В январе 2013 года среднемесячная температура воздуха ожидается у нас около климатической нормы. Климатическая норма января – минус 4,5, минус 8. Это говорит о том, что в течение 7-14 дней ожидается оттепельная погода. Намеченное количество осадков в январе предполагается около средних многолетних значений. Норма для нашей страны 32-46 мм. То есть осадки будут идти в течение 14-20 дней. Вторая декада января холоднее первой, в среднем на 0,6 градусов. И ожидается в основном холодная погода. И нас ждут крещенские морозы. В отдельные дни кратковременный снег, в середине декады мокрый снег. И преобладание температуры воздуха в течение суток минус 10, минус 16. Ночью при длительных прояснениях минус 17, 23. В середине месяца кратковременное ослабление морозов ненадолго минус 3, минус 8. В третьей декаде в отдельные дни снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью в основном будет колебаться от минус 2, минус 8 по югу страны до минус 9, минус 14 по северу. Днем, соответственно, будет минус 4, плюс 2 и до минус 5, 8 в северных районах. В самые холодные сутки при поступлении более холодного арктического воздуха местами возможно понижение температуры воздуха ночью до минус 15-20, ну а дневная температура будет в пределах минус 9-минус 12 градусов. Самый холодный январь за весь период метеорологических наблюдений отмечался у нас в 1987 году. Ну а самая низкая температура за весь период метеорологических наблюдений отмечалась в далеком 1940 году на метеостанции Толочин, когда было минус 42 градуса. Но предварительно такой температуры мы не ждем.